Добрый день. Сегодня будем снимать редуктор заднего моста на автомобиле Нива 2131. Ну, в принципе, так же, как на 2121. Мост такой же, просто удлиненный. Редуктор пришел в негодность. Будем его снимать и менять. Начинаем с того, что откручиваем колесо. Откручиваем вот эту пробочку снизу на мосту. Пробка это шестигранник на 12 мазута. Следующий откручиваем карданный вал. Откручиваем карданный вал. Здесь 4 гайки под ключ 13. Откручиваете 4 гайки, вытаскиваете болты и снимаете кардан. Сейчас откручу гаечки, покажу. Вот гаечки я открутил. Все, вот кардан разошелся. Глянец. Теперь его отодвигаете вперед. И снимаете. Вот, кардан снял. Послушайте, какой люфт. Возможно, его еще возможно будет отремонтировать, но мы решили заменить. Дальше снимаем полуоси, тормозные диски. И потом уже по периметру будем откручивать вот эти болты и выдергивать редуктор. Но это чуть позже. Сейчас снимаем тормозной барабан. Здесь есть места с резьбой на 8, куда можно закручивать болты и отталкивать от полуоси барабан. Но я попробовал, здесь он шевелится. Кто-то его уже стучал, были отломанные у него. Слазить, не слазить, попробуем тоже постучать. Не так давно колодки стоят новые, цилиндрик стоит новый.
будем снимать сейчас весь тормозной щит целиком. Откручивать изнутри гайки. Откручиваем вот эти задние болты. Два я открутил. Не болты, там гаечки на 17. Два вот с этой стороны. И два вот с этой стороны. Их откручиваем. Болты здесь со сточенными шляпками, прокручиваться они не будут, поэтому можно гайки смело крутить, но накидной ключ здесь одеть будет неудобно, только рожковым. Откручиваем и вытаскиваем полуось. Я стяжкой подтянул за тормозную трубку к пружине щит, чтобы он не свалился, чтобы трубку тормозную не снимать. И выдергиваем полуось. Вот сняли полуось. Там внутри сальник. Он подтекал. Сальник будем менять. Сейчас покажу вам сальничек. Внутри там масло, оно наружу подтекало. Поэтому сальник лучше заменить. Также разбираем с другой стороны. Ну вот, редуктор я открутил. Его крепят 8 болтов под головку на 12. Сам редуктор сидит на герметике, его нужно просто оторвать. Сейчас возьмем потоньше отверточку, снизу в расклин забью. Снизу начал отбивать отверточку, получается вот просто его. Все, редуктор снят. Дальше смотрим его, дефектуем, что с ним. Заказываем новый. И устанавливаем. Сейчас посмотрим, что с этим редуктором случилось. Редуктор тут стоит 2106, 11 на 43 зуба. Внешнее состояние редуктора неплохое, зубья не побитые, шлицевая не побита, но он почему-то подкусывает, рокоточек какой-то идет из него, и все, скорее всего, какой-то подшипник, возможно, что здесь пришла негодность. Разберем, посмотрим. Ну все, в данный момент редуктор снят. Всего вам доброго.